Самой первой точкой береговой линии пляжа Пионерского проспекта, приближенная к городу, пансионат «Анапчанка». Вердикт готов сразу. Пляж не отвечает требованиям. Мы уже имеем понимание по Анапчанке, что там беспредел. Недочеты такие, как неряшливое содержание мусорных контейнеров, неправильная расстановка спасательных постов, отсутствие питьевой воды, неполная комплектация аптечек в медпунктах, неготовность к приему отдыхающих есть на пляжах территории Здравниц, Премьера, Шахтерская Слава, Восход, Зоря Анапы, Приазовец. На пляже детского оздоровительного лагеря «Счастливое детство» уже сама вывеска говорит за себя. Проверяли все досконально, в том числе графики работы пляжей и записи в журналах спасателей и медпунктов. Кто на дежурстве, кто спасатель, какие ЧП произошли, все сюда вносится. А кто разрешение дает на купание? Разрешение нам звонят, когда если что, и нам сообщают наши. Ну вот купали позавчера? Не позавчера, а вчера сообщили, что якобы тягун будет. Мы сразу вывесили черный шар и заплатили купание. В Здравнице «Звездочка» спасательный пост в порядке. А вот по благоустройству – замечание. Нарекания есть и к МОП АКУ, который должен убирать камку с пляжей. Проверяющие отметили, что на территории пляжей портит вид электрические столбы, которые стоят без всякой надобности. Тут же принимается решение. Надо будет послать человека обкопать, посмотреть, бетон есть или нет. Если бетона нет, он металлический. Если бетона нету, надо выдернуть. Больше всего нареканий вызвал санаторий «Россиянка», один из самых крупных, рассчитан на 1000 отдыхающих. Заехал уже больше половины, а пляж не готов до сих пор. 3 года работаешь, удостоверение где? Ну оно же там на участке. Почему? Почему? Оно должно быть здесь у тебя. Позор при подготовке и курортном. Сколько времени уже мы давали, сезон. Сколько говорили. Это, уже это одна из самых крупных Здравниц. Навесы все оборваны, стоят теневые. Или это мода такая? Нет, человек даже должен был. Не, ну не готовы, не готовы. Вообще не готовы. Абсолютно. 2 балла. ГИМСом из 114 пляжей допущено к эксплуатации пока 77. Россиянка в числе штрафников. На таком пляже купаться нельзя. А вот положительные оценки получили пляжи Здравниц Бемлюк, Пограничник, отель Девиль, детский лагерь Планета. Все укомплектовано, да? Абсолютно. Стаканчики разовые есть. Вода есть, стаканчики есть. Многим можно прийти посмотреть. Самое главное, вот меня как бы удивило, не у всех есть. Огорожены зоны окупания. У детских сетей. Из тех объектов, которые мы осмотрели, которые соответствуют. Не, молодцы, вот это нас как предъявляемым требованиям и нормам. Идеальный пляж – образец для остальных пансионата «Кристалл». Всегда у нас был один из лучших пляжей по оборудованию, по оснащению, по готовности, по времени подготовки. Это пляж пансионата «Кристалл», директор Димитру. Поэтому рекомендую обратить внимание. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.